радиопередачу «С добрым утром». Ты накладывай давай, ешь, не стесняйся. Да не стесняюсь я. Я думаю. О чем думаешь? О мыслях. О мыслях своих думаю. Каких таких мыслях? Ну, о том, что будет в будущем. Я знаю, что будет в будущем. Голодный пойдешь на работу, если не будешь кушать. И, кстати, не забывай, у нас сегодня вечером танцы, и там будет твоя Лина. Ну не о таком будущем я говорю, а о будущем. Вот представь, что увидеть сейчас Алину, надо как-то выходить. А так, не выходя из дома, можно было бы ее увидеть. Это как? Ну, как по телевизору, только еще и говорить можно. Да, было бы неплохо, но это для ленивых. И учиться можно было бы так, не выходя из дома. Все библиотеки, все книги, все в одном аппарате. Да и люди были бы гораздо умнее. Ну ты заладил. Будущее, будущее. Кушай давай, опоздаю. Ну, нет у тебя воображения. И мне не мешай воображать. Ну и воображай сколько угодно. Фантазии твои, тебе и сказки писать. Вот увидишь, что будет такое, и ты скажешь. Я и представить себе не мог, что будущее будет именно таким. Вот ты сейчас говоришь о будущем, о технологиях. Так ведь сейчас есть проблемы, которые надо решать. Ну, а твои фантазии, одни всего лишь навсего фантазии. А если... И они их не решат. А если это произойдет, то все эти проблемы мигом исчезнут. Ну как мне? Ну объясни, как мне? Как твои технологии и то, о чем ты говоришь, может излечить болезни, избавить мир от войн, я не знаю. Вот врачи изобретут лекарства от всех болезней. И на земле будет единое государство. Одна идея. И все будут счастливы. Ты сам в это веришь? Чтобы что-то изменить, недостаточно просто сидеть и воображать. Нужно что-то делать. Если бы люди не мечтали, так и остались бы в своих пещерах. Мысль дает развитие. Дела дают развитие. Ну представь, что это твои дела. И если, скажем, все будет по-твоему, то все-таки будут переносить этот сахар по крупинкам. По крупинке. При чем тут сахар? Да ни при чем, это просто метафора. Так вот, если все перед тем, как что-то делать, хорошенько пофантазируют, то кто-нибудь так придумал бы что-нибудь такое, что помогло бы всем разом перенести этот сахар, а не по крупинкам. Пока кому-то из вас придет та самая идея, мы уже все перетащим. Ну вот вы перетащите, а после вас еще и будут и другие. Будущее начинается сегодня, сейчас, в этот момент. И мы сами его создаем. А все твои разговоры как будто от лени, знаешь, так и тунеяться можно стать, лишь бы не работать. Я же просто помечтал. У тебя каски выходить? Через час. Кстати, подбросишь меня? Давай. А тебе куда? В университет. Сегодня защищаю проект про футурологию и утопию. А ты куда? Ну куда мне еще? На завод. Детали сами не наточатся. У своей бабушки в Хабаровске. А всего через 12 часов вы сможете оказаться в гостях у кубинского друга. И надо сказать, что эти расстояния с каждым годом сокращаются все больше. Вот ведь совсем еще, казалось бы, недавно самолет Ту-104...